Мы приехали и привезли продукты на жилплощадку. Это вас как зовут? Николай. Николай. У Николая инвалид второй группы, у него нет ноги. И он живет здесь, вот получается, мы сейчас перегородки пытаются сделать здесь ремонт. Здесь сильные прилеты были? Ну как, в 14-м году только во дворе упало. И как раз мне досталось почему-то. Да? Ни сарая не стало, ни туалета. Вот, на пол летали. Ну, да им, конечно, досталось. Кошмар. И все равно, вот мы заходили сюда, где-то в стороне слышен был бой, все равно продолжают стрелять, да? Вечерами. Ну, последнее время, да, частенько. И днем, и утром, и вечером. Ночью перестали, видно, спать хотят. Наверное. Вот сегодня мы приехали, вас навестили, благодаря одному замечательному человеку из Днепра, Александру. Вот благодаря его пожертвованиям мы приехали, навестили вас и навещаем также других людей. Спасибо огромное Александру, спасибо людям, которые помогают людям на линии фронта. Спасибо большое. И вам спасибо большое.